Друзья мои, я нахожусь в Нигде. Посмотрите, какой красивый парк. Говорят, что здесь один проспект только в Нигде находится. Больше нету таких больших улиц. Джами я вижу. Гуляем по Нигде. Я путешественница, лягушка. Музыка доносится. Очень многолюдно в такое время. 11 часов вечера. Кишит город энергией. Как красивая такая большая улица. Ой, как хорошо, в нашей деревне так все тихо. Вот мы наконец-то уехали из деревни. Джами так освещается ночью. Здесь сидят, все чай пьют. Такие магазинчики. Открыты допоздна, потому что жизнь кипит. Демонстрирую вам ночной Нигде. Шатры какие-то здесь, гостиницы. Бахачас. Такой памятник. Друзья мои, кажется, здесь свадьба. Везет мне на свадьбе. Видела вот такое кафе. Сейчас оно, естественно, закрыто. Так красиво. Teşekkürler. Her iki tarafa da hayırlı olsun. Allah mesut bahtiyar etsin. Herkesin gecesi hayırlı olsun. Такие свадьбы, посмотрите. Невеста вот так сидит. Yok. Özürüz yok. Везет на свадьбу и вам, и мне. Так, друзья мои, вот такой вот номер нам дали. 170 лир стоит, посмотрите. Что здесь есть? Спросили, курящий или нет. Мой муж курит, поэтому шкаф. Такая кровать. Чистая кровать. Принесли тапочки, полотенце. Маленький номер, телевизор, все есть. Ну, сейчас я покажу вам. Чистенько, главное.
Завтрак с 7 до 10. Вот такая ванная. И я. Все есть. Супер. И так выглядит Нигде утром. Мы возвращаемся в Мерсин. Быстро вам, быстро опаздываем на автобус. Покажу вам Нигде. А вот такой большой автовокзал. Представляете? Такой огромный автовокзал. Нигде, мамочка. Это пипец, как говорит моя подружка Мария. Я так соскучилась по ней. И общались, посмотрите.